Ну, во-первых, это самые современные технологии. Здесь и технология производства, и продукт, который будет производиться на этом производстве, самый современный. Многие компании занимаются модернизацией кабин, но полноценно новую кабину в мире, в общем-то, сделал только Daimler. Такая, которая соответствует всем требованиям. Вот. И для КАМАЗа это особенно важно то, что это на много лет вперед. То есть 15-20 лет гарантировано, что мы будем выпускать продукт с этой кабиной. И десятилетие КАМАЗа мы встречаем вот такими большими инвестиционными проектами. Всего нашего успеха. Хочу поздравить всех, кто участвует в реализации этого проекта.